Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как относится Яндекс к PBN-сетям. Собственно, подписчик канала Валерий про это спрашивает, как относится Яндекс к PBN-сетям. Яндекс к PBN-сетям относится нормально, потому что Яндекс сейчас за ссылки... Секунду, проснулись. За ссылки не наказывает. И, по крайней мере, вот в тех примерах, которые я видел, при тех стратегиях, которые мы используем, я не видел, чтобы Яндекс в последние годы накладывал какие-то наказания за простановку ссылок, даже какие-то наглые варианты тоже не особо как бы мешают продвигаться там, и к PBN-сетям в том числе. И в Яндексе, это не совсем не самая оправданная стратегия в большинстве случаев, потому что PBN-сеть довольно дорогая штука. Если на Западе при их дороговизне ссылок это оправдано, то в Рунете, такое себе. То есть часто можно найти хорошие ссылки и без этого, но Яндекс сейчас любит сайты, которые не продают или очень-очень мало продают ссылки, и в принципе с них мало исходящих. И в этом смысле хорошо, если у вас часть ссылочной массы, которая на вас ссылается, будет вот с таких сайтов, которые не продают ссылки, и на биржах нигде это найти почти нереально, и поэтому для этого можно можно небольшую такую PBN-сетку построить. Кроме этого, Яндекс любит множественные ссылки с одного сайта, приемлет их, и можно, соответственно, построить несколько, построить маленькую PBN-сетку и с каждой из них ссылаться по много раз на продвигаемые страницы вашего сайта. Вот, поэтому, так в целом, относится нормально. То есть санкций каких-то оплевух от Яндекса за использование этого я не видел уже много лет. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.